В Мезенском районе побывал музыкант-виртуоз, гармонист золотой десятки России Игорь Шипков. Я зачем в Мезен приехал? Говорю заранее, я приехал выполнять северо задание. Зритель увидел концертную программу, куда входили как популярные эстрадные, так и авторские народные песни и частушки. Спасибо ему за то, что он подарил женщинам Малой Слободы, вообще жителям Малой Слободы, такой небольшой концерт, представление, или как это сказать, что рассказал о себе нам. Очень хороший гробист приезжает. Пускай ездит, народ ходит, слушает его. На второй день был устроен авторский вечер артиста в Народном доме Малой Слободы. Позже мастер-класс юным музыкантам в Мезенской детской школе искусств.